Здравия желаю. Сегодня проверили мотор, значит, по другой схеме. Значит, поставили малый. Сейчас покажу. Малый мотор. То есть, чтобы грохота не было, вот этот моторчик на 280 ватт, а этот всего на 50 ватт, генератор на магнитах. Поставил цепь, три лампочки, видите, четыре сначала галогенки на 28 ватт каждая, а потом четыре, оно не потянуло так, ну потянуло, но слабый накал. Поставил три, сейчас вполне нормально. Сейчас проверим, как оно работает. Замеры я уже сделал, перед этим я замерил все, чтобы, как говорится, людей не томить. Включили, значит, реле на одну секунду. Это оно не работает. А всего работает одну десятую. То есть 10 раз меньше. Вот сейчас подключим к ходу. То есть она должна взять разбег. Видите, дает разбег. И пошло. Значит, световой поток, значит, падает только на полвольта напряжение ламп. Ну, соответственно, световой поток. То есть и шума большого нету. А теперь проверим расчеты. Проверим расчеты. Вот они, расчеты. Три лампочки, значит, малый генератор, это вы видели, на 50 ватт. Выход 327 ватт. Вход по счетчику. Поэтому промерял. 68 ватт. КПД 481%. Энергетический КПД. КПД общий, то есть еще же у нас идет движение мотора, как известно, 1210. Так. А сейчас зарисуем схему. Чтобы было понятнее вам. Зарисуем схему. Так. Вот он мотор, кругляшком рисую. На 280 ватт. И на валу подсоединил генератор маленький. 50 ватт. Далее. Идет реле. Одно реле.
0,1 секунда, вот это реле. 0,1 секунды мы всего включаем, а 1 секунду отключаем. Дальше. Тут будет батарея в дальнейшем. Батарея. Выход у нас. Значит, 327 ватт. То есть 11 раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и сюда пошел 10 11, это все в батарею сюда, весь ток в батарею будем запасать, когда батареи придут. 11 раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 11. Примерно по 30 ватт, около того, по 30 ватт, вот, по 30 ватт, вот так, 11 раз, так, так, все по 30, так, так, ну понятно, можно дальше нарисовать. В сумме составляет 327, так, а тут 68. 68 ватт. Шестьдесят восемь ватт. Получается, КПД у нас 300. Вот 327. Разделим на 68. 480. Вот, видите, 480 процентов. Не считая КПД на движение мотора. Мотор-то двигался. Включалось 0,1. А мотор двигался еще секунду. А это по 68, ну пусть по 60 ватт. То есть не на полную мощь, по 60 даже. 60 помножить на 10. 600, видите? 600 ватт. Вот. Надо было 600 ватт, чтобы крутить-то все. И здесь 327 плюс 327. 927, а мы потратили 68. Помножим на 100. 1363 КПД общий. Ну, заметный, вот 408 заметный. А это 1363 незаметный. А как распределиться во времени это все? Давайте зарисуем, чтобы время было понятно, чтобы было. Потому что тут непонятно. Тут 0,1. А теперь по времени его тогда посчитаем, чтобы было понятнее. Так. Это не то. Вот оно. Значит, 1 час
Вот я начертил. 1 час. Вход 68. Но в часе он работает только, значит, 1/11 часа. 5 минут. 5:45. То есть 68. Час 6 ватт он потратил. Всего. Ну а здесь 11 часов, 327. А за час 327 разделить на 11. Около 30, ну в общем 30. Тут 30. То есть прошел час, 6 ватт по этот, истратили, 30 вышло. Всего 24 ватта. То есть маломощный. Потому что надо моторы помощнее. Ну как будут, поставим мощнее. Там я пробовал те моторы, там они, значит, возбуждение надо, тоже теряется КПД. Ну вот такие дела. Спасибо за внимание. На этом заканчиваю. Всем желаю удачи и исполнения всех желаний ваших.